В прошлом году, в год 25-летия Московской областной думы, законодательный орган региона объявил конкурс на лучшее освещение работы областного парламента. Заявки на участие подавались из разных муниципалитетов Подмосковья. В конкурсе принимали участие как печатные электронные СМИ, так и телестудии, в том числе и телеканал «Видное ТВ». Итоги подводились по 5 номинациям. Призы победителям вручал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. По итогам конкурса определили лучший репортаж и интервью лучшего журналиста. Телеканал «Видное ТВ» также стал призером конкурса в номинации «Лучшие социальные сети». Игорь Юрьевич поблагодарил всех участников и заметил, что без муниципальных СМИ жителям тяжело было бы составить объективную картину жизни своего муниципалитета.